такой, второй вопрос такой, тоже довольно забавный. Это, да, звучит он, изучая жизнь Ганнибала, Самойлов исследовал слух о том, что прадед Пушкина был эфиопский еврей. Каково было его... Я не могу разобрать. Каково было его заключение Самойла или истинное, в общем, правда. Вы знаете, я вам скажу, да, даже если он был евреем, то он был эфиопским евреем. Но эфиопская колено есть, синицкая, вы знаете. Вот, очень, может быть, очень бы хотелось. Но вы знаете, уже довольно того, что на евреев катят бочку, что Иисус Христос был евреем, что доказано. Вот. Значит, ну вот так, а больше ничего сказать я вам по этому поводу не имею. Второе отделение.